Почти всем известно, что есть зоопарки, в которых условия проживания для животных вовсе не подходящие. В одном из таких зоопарков в Техасе проживала тигрица Эйша. Она делила клетку со взрослым тигром, который часто обижал ее. Она весила всего 13 килограмм, вместо положенных 60 в этом возрасте. Ее тело покрывали проплешины, кожа была очень сухая, повсюду были кровоподтеки. Вика Киахий, основатель службы спасения диких животных в Техасе, узнала об этом животном через региональный департамент сельского хозяйства США. Один из проверяющих был очень обеспокоен состоянием Эйши и хотел передать ее на попечение опытному специалисту. Киахий сразу согласилась взять малышку к себе. Как только она увидела тигрицу, поняла, что та страдает от стригущего лишая. Ей нужно было лечение и усиленное питание. Ее вначале кормили больше, чем надо. Дважды в день Вики давала малышке лекарства и проводила с ней время. Уже через месяц полосатая пациентка пошла на поправку. А через два, у нее выросла шерсть и она стала более чем похожа на тигрицу. Больше всего она любила лечебные ванны. После такого лечения и ухода, через 8 месяцев Эйша стала очень красивой и прекрасной тигрицей. Усилия команды спасателей и врачей не прошли даром. И пришло время познакомить ее с красавцем, тигром по имени Контрабандист. Было заметно, что тигры не только нашли общий язык, но и более серьезное чувство. Вот такая история со счастливым концом о заброшенном тигренке. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.